Здравствуйте, уважаемые друзья! Для зимней рыбалки, да и не только для зимней, а для круглогодичной, мы изготавливали вот такого огруженного ручейника. В таком варианте я уже решил не откладывать в долгий ящик. Мы сейчас изготовим эмиджер, то есть значительно легкий, хороший, такой же почти ручейник. Как вы видите, по проволоке это значительно тоньше, как бы не в два раза. Вот я вам покажу такой крючок. Это крючок фирмы Гамакацу. Граб шримп. Я закрепил глазки и закрепил, насколько вот позволило мне наличие лески, какая у меня есть, где-то до 0. Там 1 это 100%. Нам понадобится немножко такой редкий материал, но в то же время он незаменим здесь. Это вот полипропиленовая пряжа. Вот такая. И антрон. Вот такого вот оттенка, как и наша пряжа. Все это можно заменить на любую синтетику с использованием пера CDC или же других материалов, которые обладают положительной плавучестью. Немножко я промазываю цевьё клеем и начнем крепить наши материалы. В качестве обмотки по телу, как и в прошлом варианте, я нашел из скальпа, вернее из седла петуха, вот такое более-менее подходящее перышко. Подхватим его здесь. Тело будем мы изготавливать из антрона. Поэтому крепим его у загиба, но так, чтобы материал пришлось подхватывать по всей длине. Нитка белая. И теперь начинаем аккуратненько весь материал подхватывать к телу. До уровня грудки. Приблизительно так, чтобы это было по уровню жала. Еще раз промотаем, подровняем немножко наши неровности. Сильно не усердствуем, потому что утяжелять нам его никак нельзя. Дошли до крепления нашей грудки. И здесь мы все материал, нитку удаляем. Работать мы будем уже с более темной ниткой. Для того, чтобы антрон у меня не полз, я его слегка вот так подкручиваю в нитку и держу в таком положении, не отпускаю. Но перед тем, как наматывать, я слегка вот так промажу клеем. И теперь сделали из нашего антрона вот такой жгутик. И начинаем теперь по всему телу проводить обмотку. Не забываем подкручивать. Как вы видите, за счет того, что мы подкручиваем наш антрон, у нас сразу формируется сегментация нашего тела. Дойдя до грудки, уже отпускаем наше прокручивание и останавливаемся, как я уже и говорил, в уровне крепления нашей грудки. И берем теперь уже более нашу темную нить, которой закрепим весь материал. Подхватили наш антрон, закрепили, остатки удалили. И теперь необходимо, как в прошлый раз, сделать нам завершающий здесь узел.
Нить мы не отрезаем, ставим крючок в удобное для нас положение и начинаем теперь пером проводить обмотку по телу. Выбираем какой-то для нас определенный шаг. Буквально 4-5 оборотов будет достаточно. Дошли до формирования грудки и теперь закрепим наше перо. Остатки удаляем. Учитывая то, что наша нить синтетическая, так же как и леска, поэтому я немножечко здесь добавлю клей и опять сделаю завершающий узел. Опять ставим в удобное положение для себя крючок и начинаем теперь подхватывать, проматывать наше перо. Стараемся не подмять бородки. Дошли до формирования грудки. Сделали здесь парочку полных оборотов. Они на плавучесть не повлияют, а на закрепление лески однозначно. Капнем капельку клея. И еще дополнительно подхватим. Остатки лески удаляем. Теперь нам необходимо с вами закрепить полипропилен, так как мы из него будем уже изготавливать основную плавучую часть, это наш чехлик. Слегка подровняем кончики, чтобы они нам не мешали, и здесь же сверху стараемся вот так подхватить наш материал, но так, чтобы он у нас на глазки сильно не наезжал. И доводим нить до жала. Закрепили полипропилен. И теперь нам с вами необходимо подготовить перышко. Перо я подготовил из шеи скальпа петушиного. Желательно так, чтобы бородки, ну, хотя бы приблизительно совпадали нам по величине. И теперь, подхватив аккуратно все, нам теперь необходимо с вами вот это все пространство опять заполнить даббингом, как в прошлый раз. Я беру вот такой блестящий хороший даббинг. И проматываю. Учитывая то, что у нас она должна не сильно быть утяжеленной, грудка, я стараюсь сильно не усердствовать. Хотя сам по себе этот даббинг синтетически является плавающим. Поэтому нам большого труда нагрузку, вернее, он не даст. Выполнили. Теперь нам необходимо с вами вернуть нитку. Добавим немножечко еще даббинга и вернем нашу нитку к месту крепления нашего пера. Вот, останавливаемся здесь. Возьмем перодержатель и выполним с вами ровно столько оборотов, сколько будет позволять величина пера. 2, 2, 3, 3. От количества оборотов и будет зависеть дополнительная плавучесть нашей мушки.
так как вот этого количества полипропилена, который мы с вами добавляем, его недостаточно. Удерживаю перо, перехватываю перодержателем за самый кончик, стараемся не оторвать. И как раз хорошо, всего перышка нам хватило для обмотки. Подхватим перо, закрепим материалы. Закрепили перо, и теперь нам необходимо верхние вот так бородки отвести в сторону, взять наш пенопропилен и аккуратненько закрепить его впереди глазок. Подхватили, стараемся первый раз аккуратненько, не усердствуем. И теперь, учитывая то, что наш полипропилен достаточно плотный и жесткий, я пару раз проматываю заглазками и беру теперь уже вот так, подхватывая его окончательно за глазами. Берем клей, учитывая то, что нежелательно нам весь полипропилен наш пачкать клеем, потеряет свои свойства. Я намазал нить и буквально парочки оборотов будет достаточно. Сделаем завершающий узел и аккуратно теперь с вами удалим все материалы. Буквально капельку нанесли лака, закрепили наши усы, подогнули их как положено. И вот такой симпатичный ручейничек, который Эмиджер, готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!